Улыбки на лицах горожан и веселое настроение. Новогоднее чудо царило на протяжении всего праздника в парке имени Жанаева. Многие пришли на елку с семьями, чтобы получить заряд положительных эмоций. Конечно, есть уже новогоднее настроение. Особенно поднимает настроение, когда у людей гирлянды висят на окнах, вообще сразу настроение поднимается. А вот вообще в парк часто ходите сюда гулять, может быть, здесь? Каждые выходные. И расскажите, пожалуйста, вот когда именно новогоднего пора, вот как здесь вообще? Можете? Красиво здесь. Маленько вот эти... Там олени стоят, ну, такие светящиеся, шары новогодние, ледяные фигурки в прошлом году стояли, горки. Хорошо, парк вообще развился. У меня новогоднее настроение есть, праздник мне нравится. А здесь уже что успел попробовать, куда сходил, где покатался, можешь сказать? На горке уже покатался, на качелях покачался. И концерт посмотрел. Вот скорее Новый год, ведь это там подарки дарят, новогоднее вот это все настроение. Ждать 12:00, это классно. Во время праздника посетители парка имени Жанаева развлекали городские артисты и аниматоры. Открытие зимнего сезона проходит у нас сразу во всех парках 16 по 17 декабря. Открытие зимнего сезона у нас ознаменовано большой подготовкой, потому что в первую очередь мы готовились к этому с самого начала осени. В парках установлены новые горки, которые прошли техническое освидетельствование. Красивые наши елочки украшенные стоят сейчас в парках. И залиты сразу два катка на территории парка «Юбилейный» вместе с прокатом, который работает с 10 до 10. И в парке «Кристальном» залита большая хоккейная коробка, которая также работает с 10 до 10. А теперь перейдем к анонсам новогодних праздников в парках города. 22 декабря в 17 часов в парке «Кристальный» пройдет представление «Новогодние чудеса». Тигр, Зайчик, Дедушка Мороз и Снегурочка поздравят жителей с самым ярким праздником года. Впервые будет представлен новый герой, символ парка – «Кристаллик». Всех посетителей угостят сладостями и горячим чаем. 23 декабря в 17:00 на главной сцене парка имени Орешкова зрителям покажут театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Морозко». Озорные снеговики проведут веселые и подвижные игры, а Дедушка Мороз с внучкой раздадут целый мешок сладостей. Также всех посетителей будут угощать вкусным чаем и организуют продажу кулинарной продукции. 23 декабря в 17:00 в парке «Юбилейный» покажут этно-шоу «Сахали. Белоснежная дива» в честь открытия новогодней елки Октябрьского района. Также четырем счастливчикам вручат призы на сумму более 100 тысяч рублей от спонсоров. А 24 декабря в 17:00 парк имени Жанаева приглашает всех на новогоднее театрализованное представление. Все желающие смогут согреться горячим чаем, поиграть и повеселиться от души. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня.